времени суток всем, с вами Александр Казаков, и это четвертый урок из цикла «Как научиться играть на гитаре. Шаг первый». На прошлом занятии мы выучили 4 аккорда. Давайте их повторим. АМ, дальше С, дальше Д и ЕМ. Наша сегодняшняя задача – объединить их в единую цепочку. Попробуем это сделать медленно. 3, 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сегодня мы поговорим о правой руке и о бое. Что это такое? Бой – это способ звукоизвлечения, который подходит для исполнения быстрых ритмичных песен. Итак, возьмем указательный палец и ударим по струнам вниз. Этим же самым указательным пальцем ударим наоборот, вверх. Отлично. И теперь будет 8 ударов вниз-вверх. Попробуем вместе. 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Существует 2 типа ударов. Когда мы играем, попадаем по струнам. Когда мы играем и не попадаем по струнам. Так вот, собственно, бой – это комбинация этих попал и промахнулся. Сейчас сделаем следующее упражнение. Я считаю до 8, а мы попадем на цифры 1 и на цифры 5. А на все остальные цифры рука будет просто пролетать мимо струн, но постоянно двигаться. Попробуем. 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Добавим цифру 4. Теперь наш ритм приобретет такую картинку, как 1, 4, 5. 3, 4. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бой – это равномерное движение правой рукой. Притом неважно, попадаем мы на струны или не попадаем на струны. Разница в песнях и в ритмах – это разница лишь в цифрах, на которые мы попадаем и которые мы промахиваемся. Попробуем организовать движения правой и левой руки. В левой руке у нас были аккорды АМ, С, Д и ЕМ. В правой руке мы поиспользуем такой бой. Мы будем считать до 4, будем попадать на цифры 1 и на цифру 3. Будет выглядеть это так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И, соответственно, на каждый аккорд будет попадать 2 удара. Итак, АМ первый аккорд и в правой руке. Раз, два, три, четыре. В этот момент мы переставляем аккорд на С и звучит так. Раз, два, три, четыре. Дальше меняем аккорд на Д. Раз, два, три, четыре. И ЕМ. Раз, два, три, четыре. Медленно, но без остановки. 3, 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вы следили за своими руками и могли не заметить, что это уже готовая композиция. Это песня группы Кино «Пачка сигарет». Я попробую ее сыграть без остановки и добавлю свой голос, чтобы вы услышали, что здесь есть еще место для мелодии. 3, 4. Всем дорогам и...
сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Полный разбор этой песни вместе с соло вы найдете по ссылке в описании. На сегодня все. С вами был Александр Казаков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. До скорого!